представляемый предмет – недавний щедрый дар, существенно обогативший музейное собрание. Письменный стол выполнен по проекту, разработанному в мастерской Бориса Иофана для жилых интерьеров дома на набережной. Дом ЦИК и СНХ был построен в 1932 году для советской партийно-политической элиты. Все 505 квартир этого огромного жилого комплекса считались служебным жильем и были обставлены на первом этапе типовой мебелью, выполненной специально для интерьеров этого здания. Мебель была служебной, имела инвентарные номера и казенные бирки. В случае выезда жильцов сдавалась на склад, находившийся в одном из подвалов дома. Там же была столярная мастерская, где ее изготавливали и ремонтировали. В настоящее время сохранились лишь единичные образцы первоначальной обстановки квартир, поскольку подчеркнута простая, даже аскетичная мебель рубежа 20-30-х годов уже в середине 20 века не соответствовала представлениям о роскоши и комфорте жилого интерьера элитного дома. Подлинный интерес к изучению архитектуры, интерьеров и бытовых предметов эпохи конструктивизма проявился лишь последние десятилетия. Этот важнейший пласт истории отечественной культуры музеями был практически упущен. Когда спохватились, пришлось собирать осколки ушедшей эпохи. Наконец, пришло осознание того, что работы архитекторов-конструктивистов и функционалистов рубежа 20-30-х годов опередили свое время. В будущем создание технологичных и простых в исполнении образцов для массового индустриального производства определило эстетику жизненной среды второй половины 20-го столетия. Константин Нарвойд для проекта «100 историй Всероссийского музея декоративного искусства».